тут варят. Вот. Тут трещины может быть. Да, вот здесь трещин никаких нет. Да. Даже вот подержишь, как правило, то бывает, что варят. Это ничего его. Да, обрывается вода, то есть оно все в оригинале ничего тут не варено. Вот так и спереди, так и сзади. Оно идет, что. Видно, тут износ небольшой по гусенице. Нет, это... Не-не, оно идет под конусом так. Ага. Рабочая поверхность просто. Да. Так же вниз. Так, мы под моторным подсеком. Да. Отеков масла нету. Никаких, чуть-чуть есть на этом болту, да? Да, ну це, дивись, це меняли фільтра і це соляри. Да, я понял. Бо фільтра, тут сепаратори йде теж. Міняли і на сепараторі, і на сепараторі я знайшов мотогодини. Тут де фільтрок, ага. І на ньому написано, і на воздушному написано мотогодини. 2007 рік було 5230 заміна. 5230 заміна фільтра. Да. Тобто оригінальний пробіг. Сепаратор, це вже тут поміняли, фільтр поміняли в сепараторі і колбу, бо колба була трещина. Це колба і фільтр. Ага, і топливний фільтр. Понятно. Там два йдуть, тому помінюють. Да, ну сухо, сухо. Ну, экскаватор в отличном состоянии, можно сказать, да? Для таких рукив это бомба. Для 95-го года это бомба. Отличное состояние. Немножко погнутая кабина, вот что это не влияет на работу никак, так? Все понятно. Немножко погнутая защитная крышка моторного отсека, который тоже никак не влияет на работу. Вот дефект. Это габариты, потому что и выхлопна. Да. Выхлопна немножко погнутая, да, то есть при перевозках, при погрузках, при работах в ограниченных габаритных условиях. Ширина 3,34. Ширина 3 метра 34 сантиметра, транспортная ширина такая же, да, да. Высота транспортная 3,05. 3,05 транспортная высота и длина с сложным ковшом 10 метров. Со сложным це ковшом. Параметри німецькі, строго я по дозволу заказував. Ага. Так, ковш з тої сторони ще знімаємо. Це побідітована пайка йде. На це ковше побідітована пайка для твердих пород. Для твердих пород. Так, якщо йде більший ковш, тому що на нього треба більший ковш. А больше размер идет. Это маленький. Да. Но это 1,8 куба. Нет. А сколько это? Это 1,4, а 1,8 надо вот такой. А, то есть еще на один зуб. Он 1,4 вот, у него. Вот такой должен быть. Понятно. То есть это 1,4. А 1,8 ему положено. 1,4, 1,8 ему допускается.